парня. Только один день. Мы представляем вам брюки по уникальной цене. Брюки, которые являются олицетворением стиля 50-х годов. И, между прочим, в текущем сезоне все ведущие дизайнеры склоняются к тому, что у нас возвращается стиль 70-х годов. А именно сексуальные брюки 7/8. Такие модели вносят изюминку в образ и адаптируются под любой дизайн, под любой стиль. Сегодня для вас такие брюки Аина от бренда SKS Collection представляет наш эксперт телеканала Шоп-н-Шоу Микола Комендров, который все знает о стиле и о моде. Брюки Аина от бренда «Стиль, качество и совершенство» действительно оправдывают свои инвестиции. Во-первых, вы получаете мягкое, это текстильное полотно, выполненное у нас с вами на основе 50% вискозы. Конструкция в рубчик обеспечивает нивелирование каких-либо недостатков. Ну и, конечно же, длина 7/8, поставленная на манжет, визуально всегда сделает более тонкую щиколотку, особенно дамы более корпулентных форм. И, безусловно, конечно же, большая палитра красок. Синий цвет вы видите сейчас на нашей модели. Смотрите, вы можете окунуться в офисный режим. Вам будет удобно и комфортно. А высокая посадка дает возможности все чаще и чаще чувствовать безопасность. Ну и, конечно же, безусловно, давайте же с вами изучим цвет. Давайте. Вот он, васильковый цвет. Кстати, в первом эфире я для себя его выбирала. Эффектный, красивый и стильный. Насколько я понимаю, он уже в ограниченном. Ткань в рубчике, да. Он остается только в четырех размерах. 48, 58, 60 и 60. Темный синий цвет, который мы только что видели на экране, подойдет как раз для офисных будних. Или темно-зеленый, выбирайте для себя, пожалуйста. Также у нас есть цвет бордовый, опьяняющий. Итак, внимание, нюдовый оттенок кофейный, бежевый в заказе уже заканчивается и только в 60-м размере остается. Я в этом эфире выбираю для себя цвет голубой. У нас есть также еще черный и молочный. И самое главное, что это бренд SKS Collection. Бренд сотрудничает с нами с 2018 года. За это время было совершено более 78 тысяч заказов и более 60 тысяч довольных клиентов. Продано более 92 тысяч товаров от бренда SKX Collection за всю историю телеканала Шоп-н-Шоу. Выбирайте, это лучшая цена на сегодня, 1299 рублей. Кстати, я тебе говорила, да, что вот я в Турции отдыхала, там хотели выбрать брюки менее 60 евро, ты ничего не найдешь, поэтому успейте выбрать по лучшей цене в размерах от 48 до 62. Кстати, как же выбрать размер? Выбираем с вами четко размер в размер, потому что речь идет у нас с вами о бренде SKS Collection, а это бренд, который работает по ГОСТу и первый бренд телеканала Шоп-н-Шоу, который открыл 8 лет назад рубрику «Мода», является переоткрывателем. Смотрите, посадка у нас с вами высокая. Меряем основную переднюю полочку. 35 сантиметров, растяжимость до 40. И плюс у нас с вами задняя полочка. То есть получается свыше 90 сантиметров мы получаем гольфовую часть. Плюс эластичную резинку и возможности, конечно же, брюк у нас с вами именно растяжимости. Обратите внимание, 33, то есть у нас с вами получается 66 сантиметров свобода округлого бедра и растяжимость его аж до 40 сантиметров, то есть 80 в окружности. Значит, брюки идут на 140. Ой, главное успеть дозвониться, это самая выгодная цена, 1299 рублей. Но знаешь, вот я смотрю на этот фасон, удивительно, сразу вспоминаю фильм «Кавказская пленница». Моя мама, когда была молодой, вот ну, в таком же юном возрасте, все ее сравнивали с Натальей Варлей. У нее была такая же прическа, но не было брюк. Она вот всегда хотела такие же брючки, знаешь, чтобы станцевать на камушке эту песенку под медведей. Такие брюки были, кстати, дефицитом, потому что все-таки они производились только для европейских стран и в Россию, конечно же, не доходили. Безусловно, в них есть свое удобство и прелесть. Соня де Ланарат из Германии создала первую вариацию таких укороченных брюк. Безусловно, ввели их в моду Эдри Хёрбин. Безусловно, самая практичная дама Грейс Келли, которая в моде подарила достаточно много эстетики. Мерлин Монро, современники Джессика Альба, безусловно, тоже выбирают для себя такие предложения. Ну и, конечно же, из наших российских дам многие актрисы выбирают для себя такую конструкцию таких брюк. И одна из самых модных стилистов нашей страны, Евелина Хромченко, часто, обратите внимание, тоже представляет такую длину брюк на себе. Слушайте, ну самое главное, что они выглядят очень эффектно. Это самые модные брюки, которые раньше были, кстати, в дефиците. Смотрите, эластичная лента, у нас карманы внутренние. И очень хорошая, богатая ткань, которая сделает вас дорогой и при этом очень манящей. Самая модная модель 7/8 для вас по удивительной цене 1299 рублей. Заказывайте уже сейчас, главное, успевайте. Вообще базовые брюки, ты знаешь, они всегда нужны. А вот мне, например, одних брюк мало, это точно, потому что мы когда...
сейчас отдыхали, полетели в Турцию, я надела свой любимый красный костюм, зашла в самолет, села такая деловая, ты знаешь, принесли кофе, я его разлила как раз вот на эту самую зону. Соответственно, я уже не могла встать, не смогла уже куда-то двигаться. Муж сказал, ничего не переживай, у нас есть вторые брюки. Он мне достал вторые брюки, я просто их переодела. И все, поэтому я советую забирать, пока есть такая возможность, по такой цене, сразу две пары брюк. Обязательно одного какого-то темного базового оттенка и один яркий цвет. Вот уже Мария Никулина, которая заглядывает в нашу студию, тоже выбирает для себя голубой, как я, и черный, который выбирает для себя наша Даша. Поэтому успейте выбрать для себя также. Тем более, согласись, Микола, это модель базовая, которая подойдет и на праздник, и на работу, и в повседневной жизни. Да, безусловно, я с тобой полностью согласен. Давайте с вами посмотрим как раз-таки на образы, которые были представлены на наших моделях. Они имеют разный характер. Вы можете одеться строго, с элегантной блузой, можете сделать такой легкий, легкомысленный образ с джемпером, жакетом, безусловно, конечно же, и можно сделать спортивный образ. Смотрите, и длина, и конструкция, и цветовая гамма, она универсальна для любого характера. Casual, классика, это спорт, а может быть белый цвет, бежевый оттенок, черный цвет вы можете видеть сейчас на экранах. Молочный, есть также молочный, темно-синий, бордовый, изумрудный и васильковый. Ой, ну и, конечно, нежный голубой. У нас забирают сразу по две пары брюк, многие даже по три пары брюк забирают, потому что это самая выгодная цена только одного дня. Только сегодня вы сможете забрать эти брюки за 1299 рублей. А забирая сразу готовым решением, например, с жакетом или с паркой, вы уже можете сэкономить на бесплатной доставке. Идеальная посадка, стройные ноги, плоский животик и самая такая эротичная, сексуальная часть ножки, да, щиколотка видна. А между прочим, это самая изящная часть ножки, которая сразу же делает нас стройной. Поэтому успейте дозвониться прямо сейчас и выбрать для себя. И, конечно же, длина 7 восьмых, особенно когда еще добавлен манжет, он визуально всегда забирает весь объем на себя. Поэтому дамы с корпулентными формами, с икроножным отеком выбирает для себя такую длину брюк, чтобы визуально сделать ноги более тонкими. Потому что чем тоньше щиколотка, это всегда считается дама, которая, в жилах которой течет голубая кровь. Внимание, делайте первые заказы, экономьте на бесплатной доставке и выбирайте для себя брюки Аина от бренда SKS Collection.